Текила, одна половина деревни в руинах, вторая в огне. Что ты там, черт подери, творишь? Работаю. Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики. С вами Гидеон, и это наша повседневная рубрика. Мы продолжаем проходить игру Stranglehold, и сейчас нас ждет вторая миссия. Если они сделали такое с копом, то как думаешь, они поступят с тобой? Девятки приходили сегодня за деньгами, а катер господина Вонга причалил сегодня утром. Но золотая трость пытается подмять под себя это место. Ну что же, ты поплатишься за смерть этого бедного парня. Ну что же, нападают на нас так вот неожиданно, поэтому мы тоже вынуждены действовать резко. И отстреливайте их как можно скорее. Спектр Текила никого не щадит и наказывает всех очень быстро за убийство беззащитных. Я слышал, где-то находится журавлик. Возьмем аптечку. Продолжим. Итак, кто-то не хочет нам дать узнать. Кто же убил того копа? Хотя, это и так Текила, понятно. Это Джерри. Я слышал, ты намылился в Тайо. Если увидишь там нарколаборатории золотой трости, уничтожи. Ну что же, мы должны уничтожить также 9 столов с наркотиками. И столики можно найти по черному дыму. Столики находятся вот в таких вот домиках. И это как дополнительная миссия даже, или основная, я даже не знаю. Скорее, наверное, как дополнительная. О, мы нашли журавлик. Отлично. Ух ты, сколько у них тут оружия. И у них есть золотые пистолеты. Да, это ты. Вот гад сзади подкрался. Так, здесь у нас есть аптечечка. Дробовики. Ты сволочь. Все, бегут откуда-то со спины. Прям даже не успеваешь сообразить. Кстати, здесь есть такая вот вещь, да. Расшибаем эту и залезаем наверх. А, здесь можно было сверху сюда попасть. Но мы попали вот так вот. Ладно, отправляемся дальше. Кто нас обстреливает? Не вижу. Ах ты сволочь. Фига себе, с узишками нас обстреливал. Ну а инспектор Текила никого не щадит. Ага, вот стал с наркотиками. Один взорвали. А он нам и так не давал просто пройти. Обстреливать вас всех. Yes. Ух ты. Кто-то еще сверху. Да, не пошли. Ой, нельзя расходовать золотые пистолеты, они мне очень пригодятся в будущем. Да, тележка смерти. Обожаю ее. Не успели, ребята, стреляйте в деревяшки, чтобы попасть на крышу. Отлично, деревяшки, это мы поняли. Погнали. Ну, да. Кстати, вот здесь у нас еще один стол. Мы уничтожили второй стол. Теперь черный дымок исчез? Нет, еще не исчез, ну ладно. Ну, спрыгивай. Что ж такое-то? Не хочешь спрыгивать? Ну ладно. Давайте через низ проберемся. К
открывай дверь-то. А, еще один стол. Ох ты. Целых два стола в одном доме. И дверка тут же открылась. Ладно, идем дальше. Инспектор Текила накажет всех за убийство беззащитных крестьян. Эй, эй, куда, куда ты, куда ты побежал? Вот же где враги. Yes. Побольше бы вас найти здесь. Так, мне бы нужен автоматик. А вот и вот автоматик. Тихо. Ха-ха. Отлично. Никого не щадит инспектор Текила. Пока что у нас достаточно аптечек, мы используем всего. Да, возможно, что проходить, конечно, на сложном эту игру. Но, да. Следующие миссии попробую на сложном, посмотрим, как получится. Так, мне нужно как-то вот этот мост открыть. По нему ходил все лаборатории. А, понятно. Я уничтожил не все лаборатории, поэтому вход мне дальше немножечко закрыт. Еще один журавлик. Такс. Сейчас найдем. Вот, наверное, вот здесь вот где-то. Кстати, там еще один журавль у нас есть. Надо будет его забрать. О! Отлично. Запрыгнули. Еще журавль. Еще лаба. Отлично. Интересно, они повреждают нас когда-то? Все, 9 лабораторий уничтожено. Нет? 8? Где-то осталась еще одна. Так. Здесь все уничтожено. Там я тоже уничтожил их. Где-то, может быть, назад надо вернуться. Чуть-чуть. И где-то, может быть... Ах ты, мерзкая зараза. Притаился тут. Так. Здесь была первая лаборатория, так что там сзади уже, наверное, ничего нету. А, вот же она! Как я и не заметил. А вот и мостик со злодеями опустился. Ну что же? Бежим вперед, скорее уничтожить этих злодеев. Готовы. На что вы надеялись? Кто там что-то сказал? О, еще целая куча. О, перья летят из этой аспирины. Комбо. Нет, ну комбо мы столько набили. Больше что-то не выходит. Зацепиться за трос. Зацепиться за трос. Ух ты. Ну давай. Погнали! Стандарт, ну и что, Макс Пейна, хочу сказать всем. Все? Быстро они что-то все кончились. Я думал, что тут побольше будет. Это, видимо, наш первый трос. Первый трос, а вот и второй. Стрелим вверх, чтобы тут всех камнями накрыло, да. Вот так вот. Так, что-то... О, еще один журавль. Что-то они, кстати, разноцветные, заметили. То красные, то белые, то синие. Наверное, это все одни и те же журавли. Завалим камнями его. А, еще журавлики энергии пополняют. Но сейчас они на... Ух ты. Порвать стол. Песенька. А что-то столы нам уже больше не засчитываются. Значит, в принципе, Не обязательно нам их взрывать. Но мы же ненавидим наркотики. Конечно. Да. Сдохни. Yes.
Карта? Карта местности? Ух ты, ё-моё, это прям... Как тип какой-то кошмарный. Ну, открывайте. Ничего себе! Ребят, открывай! Открывай, открывай! Ух ты, ух ты, ух ты! Блин, у меня аж патроны кончились. У меня кончились патроны. А, вот еще. Еще мы нашли. Так. Получай. Мерзкий бандюга. Стреляешь в нас. Сколько вас тут? Особенно меня снизу вот эти. Просто балдею от них. Так. Ну золотые-то пистолеты, не хочу расходовать. Ну что вы. О, УЗИшки. Так, подлечимся. Вот вам всем, уроды. Ха-ха. Получайте. Мои стальные УЗИхи. Стальной, нет, свинцовый огонь. Ух ты. Скорей, я от пули увернуться. Он выпустил в меня пулю. Долетел, не долетел, я уж не знаю. Надо наверх забраться. Еще один журавлик, отлично. Свинцовый дождь из моих УЗИ. Вот это отстрел. Вот это я понимаю. О, здесь у нас какой-то райончик на воде. Большой райончик. Сколько тут будет смертей? Ха-ха. Ну, я все понял, давайте. Найдите уничтожить. 16 столов. Вау! 16 это достаточно много. О, это эффект Джона Ву, когда разлетаются голуби. Так, мы открыли свинцовый шквал. Да, безусловно, самое лучшее свинцовый шквал использовать, конечно, золотыми пистолетами или с дробовиком. Потому что. Действительно. Так, он у нас активируется на троечку. Вот. Действительно, там, по-моему, бесконечные патроны у нас. Ух ты! Заскочил, получил патроны. Эй! Тихо, тихо, спокойно. Где вы там? Блин, я же вас не вижу, нифига. Кошмарный маленький домик. УЗИшки, УЗИшки. Хотя это МП-5 скорее, да, это не УЗИ. Вот вам всем. Весь ваш домик долбанный снес. Так вам и надо. Потому что во время шквала, по-моему, бесконечные патроны и скорострельность такая, что половина ХП босса, по-моему, улетает сразу же, я помню. Сносил. Так, здесь нам надо вот так пройти. Не туда идешь-то. Вот так. Так, идем наверх. Теперь сюда, сюда, сюда. Погнали. Ой-ой-ой-ой. Где? Еще один идиот. Так, здесь у нас тросик есть. Где? Я не вижу. Вот он. И мы взяли еще одного журавлика. Так, ну здесь, да, здесь нам придется назад вернуться немножечко, потому что здесь мы отправлялись только за журавликом. Так что чуть-чуть, небольшой шажок назад, для большого прыжка вперед. Воу! Где вы? Да опять мне включили эту. Дай мне новое оружие. Штурмовая винтовка, да. Вон вас тут сколько. Уроды. Ой, еще одни. Да опять! Опять этот тир! Опять этот жестокий тир. Нужно включать эти. Замедление.
Чтобы... О, там стол сохранился. А, получили. Yes, еще один столик. Штурмовая винтовочка у нас на полную. О, еще стол. Так, отлично. 10 из 16 уже готово. Да, сколько же тут наркоты производится. Просто кошмарное количество. Еще один стол. О, телек у них тут стоит. Так. Главное не пропустить какой-нибудь столик. Где-нибудь здесь. На серединке. Так, куда мне надо? Наверх, наверх. Да, наверх. О, еще журавлик. Еще журавлик нашли. Что-то тупик какой-то. Куда тут залезать-то, я не пойму. А, вот здесь вот. Проходим. И еще одна. Отлично. Еще одна аптечка, но нам не нужна. Уже. Столы у них, конечно, взрываются. Просто по-королевски. Готов. Да, в этих трущобах очень тяжело их заметить. Мелкий сволочь. Не будет нифига. Еще один. Все, 16 столов мы рванули. Ой, продолжаем идти дальше. Да. Все новые мосты нам открываются. Лучи прямо в голову. Yes. Готовы? Ух ты. Что, идем дальше? Какие-то интересные опоры. Это нам для того, чтобы наверх залезть, конечно. Давай, залезай, что ты? Что ты ждешь? О, еще один стол. Еще один стол. Убегаем. Печечка. Давай, давай, проходим, проходим. И дальше идем, идем, идем. Такс. А, вот, трос, трос, точно. Ну, враги. Да, вот первая ласточка. Че, и все? Один. Ух ты, сколько ласточек. Готовы. Ух, и там целый дом снесли. Тут в одну бочку стреляешь. Опять золотые пистолеты, я сейчас их всех израсходую. Мне надо хоть один патрон до свинцового шквала оставить. Потому что явно там... Так, так, тихо. Где вы, уроды? Знаю, вы все рядом. Нужно следить мне за патроном. Получше. Так, нужно... Ух ты! Ничего себе, это что? Это что за резкий спуск вниз? Мне он не понравился. Так, нужны патроны. Три патрона осталось, а тут у нас только дробовичок. Дробовичок с шестью патронами. Ну ладно, чего? Что делать-то? Течка тут. Текила. Это Джерри. Есть новость. Вооруженный катер Золотой Трости прибывает в Тай-О за грузом. Смотри, не попадись ему в прицел. Ну, конечно, не попадись ему в прицел. Вы это вообще кому сказали? Текиле или кому? Вот что он делает со всеми катерами и прочими. Прочими говнюками, которые становятся на пути у текилы. Давай-давай-давай, отстреливаем всех. Прямо в башку. 55 патрончиков, надо бы побольше. И еще один райончик. Мне кажется, это последний уже райончик здесь. Да, еще 10 столов. Да, это, наверное, последний райончик. И столов что-то не так уж и много, кстати, заметил. Я назад уже не могу пройти. Так, ладно, все, намек понят. Нужны столы, нужны столы. О, птичка. Отлично, немножечко.
Да, игра в принципе не сложная. Опять нет, нет, мои золотые пистолеты, я их хоть раз вкладывал. Эх, печаль, печаль. У меня только кулаки. Уроды, идите сюда, я вас всех сейчас покромсаю. Ну, ненавижу вас. Где вы? Где вы? Идите сюда. Ой, я ой, винтовку нашел. Да, пистолеты я их расходил. Так что, свинцовый шпал смерти мы, скорее всего, не устроим, если, конечно, нам не дадут еще одни. О, журавлика скинули. Где? Где вы? Я вас всех найду. Ну, прыгай вниз-то. Чё ты? Я не хочет прыгать вниз. Бегает только по этой штучке. Ладно. О, слезли. Надо взять журавлика. Отлично. Это повысит нам очки прохождения до невероятных высот. Так, там еще аптечка. И много тут всего. Много этих жуков. Ва, здесь все эти хижины, черепахи разлетаются. Да? Подожди. О, кто меня стреляет, не вижу я. Дурацкие хижины повсюду. Еще один журавль. А, вот вы, урод. Yes. Уничтожены. Такс, 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 такс. Куда нам надо? Нам надо по тросику. Прямо по тросику и на ту сторону. Ну, вылезайте. Что-то ноги только чьи-то. А, вот это. Еще один. Кто там? Кто там пытается прострелить? Это психи, они рушат собственный дом. Готов. Так, тихо. Спокойно, парень. Не нервничай. Все будет в порядке. Куда ты лезешь? Спектр должен подлечиться. Так, мне бы аптечку было бы неплохо сейчас схавать. Здесь где-то стол. Да. Yes. 8 из 10. Где-то еще. А, вон аптечка. И там еще вон один стол, я вижу. Нужно наверх. Наверх, наверх. О, еще аптечка. Стрел вас всех. Да, винтовка моя летит замедленно. Режиме. Еще один стол. Все, 10 столов уничтожено. Ух ты, что-то они грубо как-то входят в порт. Ты что тут делаешь, а? Видели этого парня? Стоит такой, что-то жует там. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Ух ты, сколько вас тут. Готов. Да, скорострельность просто отличная. Да. Главное, чтобы нас сейчас не прикончили. Пока мы тут наслаждаемся чудесной скорострельностью этих МП-5. Давай. Наверх. Ну, лезь наверх, ну что ж такое. Нет, не падай вниз. Или мы назад вернулись. Ладно, нам вроде внутрь корабля надо, так что да, пойдемте. Пойдемте внутрь корабля. Он, наверное, самый важный здесь, самый главный. Что это здесь за кутки какие-то? Что это вообще за корабль такой? Где там? А, вон, рубка вроде там впереди. Ага. Противостояние. Как твоя убогая банда разжилась такими стволами? Это коготь дракона станет убогим, когда мы придем к власти. У золотой трости кишка тонка уничтожить коготь дракона. Да ну, спрячься и смотри. Большие пушки, у нас таких много. Ну что ж, готовьтесь к смерти, говнюки. Thank you.
А, не убил одного. Не убил этого. Говнюка. Ну ладно. Текила, одна половина деревни в руинах, вторая в огне. Что ты там, черт подери, творишь? Работаю. Убирайся оттуда сейчас же. Я пришлю вертолет. Жди. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, на этом мы закончим прохождение второй миссии. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и комментируйте мои видео. Всем спасибо и до следующей миссии.